Почему ты не хочешь свадьбу? Потому что это потом можно бомжарничать, ходить там через года два уже. А сначала нельзя? Ну да, потому что вы только поженились, потом нужно даже спать в красивой одежде. Да? Это неудобно. Нельзя свинячить по дому. А через года два можно бомжарничать, да? Да. Нельзя класть свои носки под диван, чтобы никто не заметил.